Здравствуйте, я зовут Владимир Воротников. Я 9 числа поступил во вторую городскую больницу с диагнозом коронавирус. И в тот момент в отделении в 14 было очень холодно. После публикации «Взгляд инфо» вчера, примерно в 11 часов вечера, к нам в палату приехал министр здравоохранения, проверяли батареи. К тому времени уже подключили тепло, было достаточно тепло. Поставили обогреватель. У меня был один вопрос министру. Нормально ли, что в палате, где делают внутривенные инъекции, люди находятся в верхней одежде? На что он сказал, что, конечно же, нет. И ушел. Я хочу еще раз сказать, что поблагодарю всех медиков за самоотверженный труд. То, что вы приходите сюда, и несмотря на недочеты администрации больницы, спасаете людей, это дорогого стоит. Я хочу сказать, что у меня очень большие претензии к тому, как организована работа именно администрации больницы. В туалетах нету туалетной бумаги, от слова совсем. В коридоре нету ни одного человека, сотрудника. Нету на стенах информации с номером телефона, куда можно обратиться, позвонить, спросить, позвать. Все это, конечно же, должна делать администрация больницы, а врачи должны лечить, что они и делают самоотверженно каждый день. Спасибо вам за то, что вы лечите нас. Администрация больницы, прошу, пожалуйста, переживайте за своих пациентов. Спасибо. Я лежу в 14-м отделении, 10-я палата. Медперсонал очень хороший, доброжелательное, ответственное. Лечение получаю в полном объеме. В палате тепло. Персонал очень хороший. Нареканий никаких нет. Спасибо. Ничего, я Дудукин Валерий Анатольевич. Лежу во второй советской больнице имени Разумовского, города Саратова. В 14-м отделении, 4-й палате. Относительно отношения хорошие. Постоянно подходит. Интересуется, как с этим, с мальчишкой и все.